Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Ну что, забираем с тобой наградочки, вот именно эти две. И переходим в магазин. В магазине открываем бесплатно пак. Так, выпадает нам здесь морозильная кошка, окей. Так, забрали тут. Дальше нам нужно пройти серию испытаний. Давай, наверное, быстренько ее пробежим. Так, вот здесь вот, начнем с этого, да? Место. Рафаэль, ты нам не нужен. Нам нужен Ванька, Бакстер пригодится и Шреддер. Да? Именно вот эти вот бойцы. Как ты уже заметил, да, Ванька уже практически на постоянку участвует у нас в таких вот масштабных глобальных боях. То есть как бы я им не пренебрегаю, то есть он везде у нас тут. И я тебе скажу, что он довольно хорошо держится. Так, подожди, по-моему, громко как-то. Просто мне приходится самого себя перекрикивать. На. Так, замечательно. Побежали дальше. Ну что, вторая волна, последняя. Здесь у нас Крип и Мутагеноид. Я, наверное, не буду здесь тютюкаться с ними долго. Угу. Ну, в принципе, они оба не жильцы уже, как ты видишь. На них висел постепенный урон, но так как мы с тобой все равно делаем ход быстрее, чем они, мне пришлось их просто-напросто добить. Окей. Ну что, а мы потихонечку двигаемся дальше. Заберем с тобой награды. Так, и нам сегодня нужно с тобой найти некоторые элементы для того, чтобы прокачать крысиного короля. Так точно. Ну что же, вот здесь нам нужно найти еще одни наушники. Вот они нам выпали. Так, и дальше, по-моему, ящики с инструментами. Раз. Так, там 10 штук надо было, да? Это второй у нас выпадает. Здесь рядышком третий. Четвертый. Так, пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый и последний. Десятый. Так, друзья мои, ну что, улучшаем. Конечно, улучшаем этот удар до пятой ступени. И также здесь нужно будет найти 5 ловушек для маузеров и 12 автомобильных номеров. Но это, я уже думаю, мы будем в следующей серии, наверное, искать. А пока заберем с тобой вот здесь награды. И поднять уровень персонажа. Естественно, мы будем прокачивать нашего Макмана. Но, как ты понимаешь, у нас все равно не хватит мутагена. Нужно 24 800, а у нас 18 400. Ну, это не беда, потому что мы с тобой сейчас пойдем на арену. Вообще-то я, наверное, знаешь, куда схожу? Я схожу на испытания. И осколки. Ой, осколки, жетоны. Мы жетоны с тобой же фармим. Надеюсь, ты не забыл об этом. Но пока что-то как-то неудачно у нас выходит. Нам нужно сколько? 10 жетонов, насколько я помню, для того, чтобы... О, а нам 50 выпадает. А чтобы при... еще 50. Слушай, ну неплохо. 2 бакинских. Так, и на этом сыр закончился. Так, ну а теперь мы переходим с тобой в магазин. Открываем предметы, жетоны. И здесь уже приобретаем 3 ДНК на нашего бибопчика. Да, бибоп-пасхальник. Так его назовем, точнее, он в костюме кролика, но он на Пасху был введен в игру. Так, и 90 у нас с тобой жетонов остается всего лишь на запас. И очень мало, кстати, остается у нас телепортов. Чтобы докупить, да, у нас как раз хватает, ребят, я беру. 336 телепортов у нас теперь снова есть. 5 откатов, это мало на самом деле, но я еще не смотрел, честно говоря, рекламу. За энергию, как ты понимаешь, да? Вот 10 откатов можно получить, но если будет такая прям вот необходимость, мы, конечно же, с тобой посмотрим рекламу. А пока поехали на арену и смотрим, что нам здесь, какие будут выпадать. Так, я вижу 16-21, в принципе, неплохой вариант. Уровень 59-62. То есть здесь достаточно будет даже... Ну, давай начнем с... Нет, даже не так. Мы возьмем Донни, но Донни здесь вряд ли один справится, поэтому на помощь возьмем еще и Зека. И уже вместе с этой командой возьмем с тобой вот этих вот ребят. То есть Донни будет делать свои сюрикены, а Зек, соответственно, будет бросать свою супербомбочку. И, в принципе, этого должно хватить.
Так что давай проверим. Вот бомбочка пошла. Ну, видишь, сам урон какой. И Донни. Все. А, ты смотри-ка. Донателло-то выжил, но, слава богу, саблезуб его наказал. Вот как-то вот таким вот образом сегодня будем с тобой продвигаться. И, надеюсь, дойдем хотя бы до Лиги Мастеров. Но это у меня как бы в планах. Сейчас мы в данный момент перешли обратно в Лигу Сёгунов 3 звезды, сотое место. Что-то у меня с голосом. Такое ощущение, что он сел, осип, охрип. Не знаю, как назвать. Ладно, ищем с тобой. Ну, я вижу, только 16-21 дается. Ну, в принципе, ладно, я, пожалуй, соглашусь. 16-21. Здесь, больше чем уверен, одного Ванька будет достаточно. В принципе, он не маленький дядя. Справится с 61 уровнем. Нам только нужно будет сейчас в этом убедиться лишний раз. Ну, Ванька, доставай свою базуку. Ну, хан, понятное дело, конечно же. Вот о чем я и говорил. Русская базука — это опасная штука, друзья мои. Так что не зря Ванечку нельзя недооценивать. Так, и мы с собой переходим сразу где-то, наверное, 80-е, 86-е, даже не 85-е, ребят. Я думал, будет немножко покруче у нас, конечно, рейтинг идти, но, видишь, немножко затормаживается. Ладно, ничего страшного. Здесь я возьму Леонардо, но, опять же, Леонардо, ребят, не 100% гарантия, что он сможет разбомбить 60-е уровни. Ну, как бы, понимаешь, да, к чему я клоню? То есть, есть вероятность, что он может бомбануть, но может кто-то и выжить. И вот если кто-то выживет, это будет не очень приятно для меня. Проверяем. Ну, благо здесь он всех подкосил. И мы с тобой двигаемся дальше, как говорится, не потратив и даже не повредив ни одного из наших бойцов. И здесь мы переходим с тобой на 71-ю позицию. 71-я позиция. Так, определяемся. Хотя бы уже должны... Вот, вот, все-таки дали. Я уже думал, что-то как-то не... запаздывают. А здесь можем сделать его следующим образом. Я возьму, например, Макмана, Джастина. Джастин, конечно, это еще тот пройдоха. На него надеяться лучше как бы, наверное, не стоит. Потому что мы уже неоднократно с тобой убеждались, да, в поединках. Он, во-первых, по инициативе самый-самый слабый, по-моему, из всех у меня таких более-менее прокачанных бойцов. Вот Корейка, она хороша. Но есть у нее большой недостаток, то что слабая атака. А вот Макман, ребята, действительно хорош. Его суперудар вообще замечательный. И я думаю, что когда он будет прокачан на суточку, он будет этим мусорным ураганчиком наносить, ну, довольно приличный урон. Но это, опять же, я только надеюсь. А как оно будет по факту, я не знаю. Пока у него 88 уровень, как мы знаем. Так, и мы с тобой переходим на 56-ю позицию. То есть, грубо говоря, мы уже около Лиги Мастеров. Около Лиги Мастеров танцуем. Я думаю, что все шансы есть, в принципе, нам туда перебраться. Так, возьмем здесь Армагона. Как бы нужно отыгрывать, но, ребят, не знаю. Бойцов нету, 5 откатов. Ну, даже если мы с тобой 5 раз возьмем Супер Шреддера, далеко мы не продвинемся. Придется, наверное, все-таки рекламу смотреть. Купить я уже не смотрю откаты, потому что у меня не хватает долларов. Только что мы их потратили на телепорты. Ну, Армагон, как всегда, на высоте. Мне это очень нравится. Причем он стоит почему-то здесь с краю. Обычно он занимает вот эту вот позицию. Но эту позицию занял Слэш. Почему? Пока не знаю. Так, друзья мои, опять у нас пропали, как ты видишь, картинки. Они только недавно у нас появлялись. Да, вот здесь вот были аватарки. Теперь они почему-то опять исчезли. С чем связано? Ума не приложу. Ну, буквально вчера... Вот, смотри, а здесь есть. Вот здесь есть. Вот они, ребят. Странно, а там их нету. Так, давайте ко мне 16-22, потому что уже такое было. Вот, берем. Здесь достаточно будет, мне кажется, Бакстера Стокмана. Даже несмотря на то, что, ребят, если он с первой волной, конечно, не сможет победить. У него есть вторая волна. Одна Маузера, вторая, естественно, как она... Звуковая, так ее назовем. Ну, конечно, Майки тут решил выпендриться. Оп. Вообще четенько. Так, нам, наверное, надо по Донателлу немножко бомбануть. Потому что Майки, наверное, скорее всего, отдуплится. Оу, тут еще и Крэнк подтягивается у нас. Ну, бубух. Да ладно. Даже не добил. Крэнк, ты че, серьезно, что ли? Эй, хорош, завязывай, даже он. Кейси Джонс и тут со своим этим флакончиком смог справиться, а ты не смог. Удивительно.
Ну что, ребята, переходим, наверное, на 35-ю там какую. А, 29-ю даже. О как, переходим. Так, опять они начинают 16-21 мне подсовывать. Да что же ты будешь делать-то с вами, а? Посмотри, какие жуки. Ни в какую не хотят. Давай, говорю. Ты. Вот. Не знаю, почему они так ведут себя. Нет, супершедлера мы ставим на потом. Давай-ка я возьму, наверное, здесь Усаги и Железноголового. Усаги, Железноголовый и... Раз, два, три. Вот так вот сделаем. Да, у них уже 60 уровень, а я еще до сих пор 50 не могу отыграть. Вот в этом-то, в принципе, и обида вся. А висит у меня. Ну что, Усаги, давай, покажи свое мастерство. Повесь на них постепенный урон и нанеси им как можно больше урона. Ну, в принципе, как бы нормально, да? Но хотелось бы побольше и по... Вот. Вот, совсем другое дело. Хан у нас, ты видел сам, да? Сделал два раза пробивной своей ногой. Ну, в принципе, этим самым он подбил вражинку. Так, ну что, блин, мы еще не перешли. 14-я позиция. Ну, надеюсь, после этого мы перейдем. Так, давай-ка возьмем, наверное, вот эту вот командочку. И супер шреддера нашего. Так, супер шреддер. Ну, опять же, друзья мои, опять же повторю, 67-й, 68-й уровень. Шреддер может просто не справиться. Элементарно, если не повесит постепенный урон, он может их не уничтожить. Тогда будет караул. Вот, вот тебе элементарный пример, друзья мои. Карайка. Вроде бы получила урона много, да? Но в то же время на ней не было постепенки. И вот такие вот казусы могут у нас периодически встречать. Ну что, ребята, мы перешли с вами в Лигу Мастеров. Одна звезда пока еще. 5 откатов. И теперь нам дают уже 16-22. Без каких-либо там колебаний. Поэтому я беру Супер Шреддера. Вместе с Супер Шреддером. Да ладно, в принципе, давай сделаем тогда, наверное, вот так вот. На всякий случай Донни возьмем. Хотя Донни здесь 70 уровень тоже особо ничего не решает. Будем честны. Тут решает все Супер Шреддер. И все. То есть, если он захочет, то он завалит всех. Если он не захочет, вот как здесь в данный момент. Вот. Ты видишь, что он сделал? Он сделал отхил. Давай, Донни, покажи, я тебя прокачивал, наверное, не зря, надеюсь. Бумс. Ну, в принципе, Крис Брэдфорд не жилец. Но вот то, что он сейчас делает, супер удар. Ау. Так, бросаем вот эту штучку. Теперь мы отхиливаем нашу команду. Благо, у нас есть Кирби. Провокацию, стоит ли брать провокацию? Я не знаю, давай, наверное, шипы сделаем. Так, шипы. И Шреддер добивает его. Согласись, это было опасно. Это было опасно, мы буквально на грани с тобой пробежались. Ой-ой-ой-ой. Нельзя такого больше допускать. Понимаешь? Нельзя. А с другой стороны, я ничего сделать не могу. Я как будто из последних сил. Потому что у меня 4 отката. Ладно, двигаемся дальше. И тут я возьму, ну давай вот эту вот команду. Хотя тут команда сильная. Тут не поспоришь, ребята, сильная команда. Поэтому попробуем сейчас. Как-то я даже не знаю, как тут сделать. Но, наверное, вот так вот. Надежда на Арахзара. На его, хотя, знаешь, лучше взять Рафаэля в провокацию. Потому что, сам знаешь, если они будут бомбить Рафаэля, Рафаэль будет им давать довольно неплохие звездюли. И вот в морозильную кошку нужно как бы в первую очередь уничтожить. В нашем вот случае. Но мы зря, по-моему, ударили, потому что она сейчас захиляет, скорее всего. Но, да. Она сейчас будет хилять. О, этот еще и защиту ставит. Упс. Да, 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 именно так и поступаем. Ну что, попробуем дроном, наверное, подбить морозилку-то. Да что ты будешь делать? Все, ребята, благодаря тому, что у нее была защита. И вот теперь, с какого перепуга ты, хмырь болотный, выпускаешь свой ураган? Ты в жизни его не выпускал, блин, а тут выпустил он. Прикинь, он двоих просто не снес. Вот это да, ребята, вот это офигеть. Он не... Я не помню, чтобы он, вот сколько я играю, чтобы он выпускал торнадо. Вот не помню этого. Я помню, что он там
Да потуна, вот, вот это вот он делал. Ну, чтобы вызвать торнадо, такого не было. Ну, вы понимаете, да, что мы очень мало получим баллов, очень мало получим кубков, соответственно, очень мало продвинемся вперед. Вот такая вот дилемма. Обидно? Но другого я ничего не мог сделать, ребят. Уж, я думаю, что вы меня поймете. Да, очень мало мы продвинулись. Практически вообще простояли на месте. Лучше бы я взял все-таки Супер Шреддера нам в помощь. Не стал бы рисковать. Ну ладно, ну что сделал, то сделал, ребят. Ну что? Ну что я могу еще? Ну что есть, то есть, все. Естественно, после драки кулаками не машут. Но осадочек, по-моему, постоянно остается. Ну, даже если я посмотрю рекламу. Ох, ё-моё. Так, ты хорош. Успокойся уже, давай, паук, с паутинку свою. Ну, ё-моё, ну, этого-то будем бомбить сегодня. Попади по нему. Есть. Но эти уже не жильцы, ребят, они. От постепенного урона в любом случае отдуплились. Да. Итого у нас получается 3 отката. Место мы с тобой займем 66-е. Угу. Что делать-то, блин, я не знаю. Ну, давай попробуем вот так вот. Супер Шреддер. Майки этот мешается. Ну, вот так хотя бы сделаем. Мне вообще надо отыгрывать слабеньких, а я все тут 70-ников и 60-ников терроризирую. Зачем? Не знаю. Ну, давай глянем, что ты сделаешь. Вот сейчас ты, вот сейчас ты вообще замечательно сделал. Очень круто. Ты на всех повесил постепенный урон. Большую половину там уничтожил, естественно. Такое очень редко бывает, ребят. Особенно, когда касается 70-х уровней. 53-я позиция. 53-я позиция. Что-то вот, смотри, они не дают мне 16, например, там, 23. На 16-22 уже длится фиг знает сколько времени. Смотри, смотри, как у нас получается все. То есть, Супер Шреддер, да, как бы основа нашего, как говорится, движения. А остальные там 60-ники, 68-е уровни. Вот, вот тебе еще один пример. Видишь, Рокстеди. Рокстеди, ребят, не имеет никакого негатива, но благо его Рафаэль, конечно же, смог одолеть. И у нас остается, по-моему, один откат. Если не ошибаюсь. Один откат. Я что могу сделать? Только взять Супер Шреддера, а вместе с ним отправить там еще кого-то. Конечно, мы, наверное, все-таки будем сейчас смотреть рекламу. Скорее всего. Ну, я посмотрю рекламу лишь для того, чтобы, ну, как-то, ребята, дальше отыграть наших вот этих бойцов. Так что я поехал. Буду смотреть. Так, ну что? У нас получается 9. Не знаю, почему именно 9. Должно было 10 быть. Ну ладно, 9 так 9. Ну что, продолжаем нашу арену. Ищем противника. Так, а мне дадут, может быть, 16-23. Вот, даже 17-23. Так что, ребят, я соглашаюсь. Здесь берем Супер Шреддера. Ну и давай, наверное, Армагона. Потому что тут уже, ребят, 71-74 уровень. Особо с ними, как говорится, не забалуешь. И, естественно, нам некогда размениться на мелочи. Будем уже играть по-крупному. Поехали. Так, ну, здесь, в принципе, неплохо. Давай ракетами просто добьем, да и все. Вот так вот. Не знаю, ребят, мы дойдем сегодня до Лиги Мастеров 2 звезды. Или же все-таки сдуемся на полпути. По идее должно, потому что уже 30 место. И у нас 7, как ты видишь, 7 откатов. Так, я хочу, чтобы они мне дали. Вот, вот, 17-23. Опять же берем с тобой Армагона. Опять же берем Супер Шреддера. Раз, два, три. Ну, отыграть всех бойцов, конечно, не получится. Почему? Потому что, ребята, 5 откатов всего лишь осталось. Это буквально на 2 поединка и все. Да. Печалька. Я не могу понять, почему вместо 10 нам дали 9 откатов. Там 5 реклам по 2 отката. Странно как-то. 9. Замечательно просто.
Один зажали нам, получается. Так должно получиться у нас на 3 поединка, а так всего лишь на 2. Ладно, фиг с ними. Зажали, так зажали, что я могу сделать? Так, берем Армагона, берем Супер Шреддера, опять же, и... Ну, там уже не будем далеко идти, давай вот отсюда начнем. Все равно тут 2 последних боя нам надо сделать, и все на этом. Поехали. Так, Шреддер бьет своими когтями. Я обожаю, когда он вот так вот делает. Именно когда всех заражает постепенным уроном и, соответственно, очень много наносит дамага. Жаль, что это не всегда срабатывает. Так, и по ходу дела у нас последний поединок на сегодня будет. Ну-ка. Да, мы уже с тобой перешли в Лигу Мастеров. Это круто. В Лигу Мастеров 2 звезды, а не просто в Лигу Мастеров. И здесь уже, ну здесь уже хоть кого бери, хоть какую команду, тут уже не имеет смысла. Раз, два, три. Жаль, конечно, что мы всех не можем отыграть. И долларов нет. Нет, конечно, я мог бы, ребят, не брать наши телепорты и купить откаты, но без телепортов тоже никуда, согласись. Потому что мы и фармом занимаемся за телепорты, и ищем элементы, нужные на наших бойцов для прокачки, тоже за телепорты все это делается. Поэтому просто проигнорировать я это не мог. Тем более там всего 70 телепортов оставалось, ну, как бы это вообще ни о чем. Так, ну тем не менее, мы с тобой в Лиге Мастеров 2 звезды, 86-я позиция, и все. Все, вот на этом, ребята, у нас все. Единственное, что мы сейчас сделаем, это повысим уровень Макману. Вот так вот. 89-й он получает. И здесь заберем остатки. Вот как-то так. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!